Всем привет! Добро пожаловать на канал Viva Marina! Сегодня хочу пригласить вас прогуляться вместе с нами по небольшому живописному испанскому городу Алкой. Алкой находится в провинции Аликанте, примерно в 60 километрах от побережья и окружен горами. Город очень красивый благодаря трем рекам и 30 мостам, а обилие зелени, парков и цитрусовых садов, которые его окружают, создают здесь особую атмосферу. Итак, преодолеваем последний тоннель и заезжаем в Алкой. Первое, что бросается в глаза, это эмблематичная гора Сьерра де Мариола. Продолжаем дальше и добираемся до парка Дел Виадукте. Рядом проходит самый новый мост в Алкое – мост Франциско Аура Бонурата. Хорошо видна долина реки Серпис, а вдалеке Кастильо де Косентайна – крепость, которая охраняла долину. Идем через парк в надежде найти индустриальную школу Политехнического университета. А вот и она во всей своей торжественной красоте. Кстати, во времена гражданской войны это здание было шведско-норвежской больницей. Здесь находится центральный вход, а рядом своеобразный технический памятник с зубчатым колесом и инструментами. В этом парке есть еще один интересный вырезанный памятник Овидию Монтьору. Это известный алькойский актер и певец, который творил во второй половине 20 века. Перед нами раскинулся мост Виадукто де Каналехас, построенный в 1907 году над рекой Молинар на высоте 54 метра. С моста открывается удивительный вид на гору Сьерра де Мариола и на город. Город пересекают реки Рикер, Бенисайдо и Молинар, притоки Серписа, поэтому его иногда называют городом трех рек или городом мостов. Проходим через мост и попадаем к зданию, которое называется Парке де Бомберос. Оно было построено в 1915 году по проекту местного архитектора Висенте Паскуала Пастора в стиле ар-нуво. Кстати, по проектам этого популярного алькойского архитектора было построено очень много эмблематичных зданий в городе. А вот и Плаза де Испания, центр старого города. На этой площади, которая раньше называлась Plaza de Constitución, располагались два исчезнувших к настоящему времени важных памятника. Монастырь Святого Августина, который был снесен во время гражданской войны в Испании, и павильон в стиле валенсийского модерна. Некоторые из самых важных праздников и фестивалей, такие как Мавры и Христиане или Кавалькада Волхвов, проходят именно на этой площади. Ратуша Алкоя была построена в середине 19 века в неоклассическом стиле на месте старого монастыря Сан-Августин. В ратуше хранится множество картин и скульптур алькойских мастеров. Мэрия города Алкой – это четырехэтажное угловое здание с фасадами из тесаных камней и чугунными балконами. Напротив ратуши располагается театр Кальдерон, открытый в 1902 году. Традиционно это был один из форумов искусства, культуры и досуга города. Также под площадью находится концертно-выставочный зал, который называется «Лонха де Сан Хорхе». На площади Испании также находится протоиерейская церковь Санта Мария де Алкой, которую начали строить в 18 веке, затем с началом гражданской войны снесли, но уже в 1955 году
на месте старой церкви была освящена новая, имитирующая первоначальный облик прежнего храма с использованием его остатков. Неподалеку от площади находится Театро Принципал, самый старый театр города, построенный в 1838 году. Под башней находится проход, соединяющий площадь Испании с площадью Динс. Теперь заходим во внутренний двор, который называется Plaza de Dins. На самом деле это центр старинного замка-дворца семьи Лурия с 13 века, который впоследствии стал монастырем святого Августина. Здание мэрии является частью этого комплекса. Бросим еще один взгляд на площадь Испании и пойдем дальше по улице Святого Николая, прямо в сердце старого города. Вся эта улица выглядит очень аристократично. Повсюду торжественные здания в стиле алкойский модернизм или ар-нуво. А вот и знаменитый дом павлинов, построенный в 1909 году в стиле модернизма, снова местным архитектором Винсенте Паскуале Пастором. Свое название здание получило из-за кованых железных скульптур павлинов с развернутыми хвостами, расположенных над входными дверьми. Мы уже на площади Сан-Рамон и Кахаль, где находится церковь Сан-Мауро и Сан-Франциско. Сан-Мауро считается покровителем Алкоя. Дело в том, что некоторое время назад здесь было несколько больших землетрясений, и теперь люди верят, что святой Сан-Мауро оберегает их город. С площади сразу попадаем в парк Глориета с пышной растительностью и озером посередине. Окунемся в историю. Оказывается, поселения на месте города существовали еще до прихода римлян. Современный Алкой был основан маврами, назвавшими его по имени города Алькоэль в Африке. Город приобрел особое значение после промышленной революции в Испании 19 века, особенно в текстильном секторе, а также в металлургической и бумажной промышленности. В узких улочках старого города царит своя особенная атмосфера. Отсюда видна колокольная церковь Сан-Мауро и Сан-Франциско. Теперь идем по улице Сан-Лоренс, одной из главных в старом городе. Здание тут все в том же стиле. Перед нами здание Банка Испании в Алькое, в котором находится культурный центр Марио Сильвестре, также известный как Каса де ла Культура, то есть Дом культуры. Здание построено в стиле неоклассицизм в 1927 году.
Заходим в небольшой скверик, который называется площадь художника Жизберта. Очень приятное место. Дальше идем по улице Авенида Паис Валенсия. Эта улица уводит нас из старого города, и мы через мост попадаем в новую часть Алькоя. Здесь мы решили прогуляться по тихим улочкам, чтобы рассмотреть дом Эскало. Это еще один яркий пример стиля модерн в Алькое, построенный в 1908 году по проекту Висенте Паскуаля Пастора. Внешний фасад дома оформлен каменными блоками, коваными решетками и извилистыми балконами. С момента своего строительства дом Эскало не претерпел каких-либо внешних изменений, сохранившись в своем первозданном виде. Еще пару шагов, и мы попадаем на мост Марии Кристины над рекой Рикер. Этот мост был назван в честь Марии Кристины де Бурбон, четвертой жены короля Фердинанда VII. И с той, и с другой стороны моста открываются удивительные виды на город. Сразу после моста заходим в парк Сервантеса. В парке видим памятник в поддержку борьбы против рака, ну и, конечно, множество развлечений для детей, а также высоченные деревья. А вот и Белочка решила нам попозировать. Рядом с парком сохранились старинные здания, все это со времен индустриальной революции 19 века. А вот и своеобразный памятник технической революции. А это вантовый мост Фернандо Рейч, который был возведен в 1987 году. И на тот момент был самым длинным мостом в мире со сборным мостовым полотном. А это уже гражданская больница де Оливер. Она была построена в 1877 году во время технической революции. Известна своей академической архитектурой с большой сдержанностью и мощью. Это центральный вход больницы. Вот такой интересный домик попался нам на глаза. И больница де Оливер с другого ракурса. Вдалеке виднеется мост Святого Георгия, который связывает старый город с его новыми районами. Длина моста составляет 245 метров, а высота над рекой Рикер 45 метров. Здесь находится здание 19 века, специализированный центр по имени «Ла Фабрика». Сейчас это медицинский центр. А дальше начинается самый большой бульвар нового города – Центральная аллея. Это главный торговый центр города, который называется «Алсамора».
Рядом Серкотел Алкоя. Это сеть отелей наподобие Хилтон, но качеством пониже. Идем по мосту Сан-Роке над рекой Учола, и перед нами появляется многоэтажка, которая растет прямо в долине реки. Видим церковь Сан-Роке и Сан-Себастьян, построенную в 1915 году по проекту архитектора, ну вы сами уже догадались, это Висенте Паскуал Пастор. Еще раз посмотрим на церковь с другого ракурса. Идем дальше, разглядывая витрины магазинов и наслаждаясь современной архитектурой зданий. Конечно, и здесь можно встретить множество уличных кафе. Выходим на площадь Сентенари с красивым памятником и фонтаном. Перед нами мост Святого Георгия. Этот мост является одним из самых монументальных мостов города и одним из самых колоссальных во всей Испании. Внизу видим башню Наиса 14 века, арку Сан-Роке 18 века и дверь-башню Рикер. После моста попадаем обратно в старый город. Перед нами церковь Святого Георгия, построенная в 1921 году на месте предыдущей древней церкви. Рядом монастырь Гроба Господня. Он является единственным образцом древней религиозной архитектуры, сохранившейся в Алкое, поскольку все остальные исчезли. Это храм в стиле барокко, построенный между 1596 и 1598 годами мастерами-строителями Бальтасаром Гарсией и Баптистой Бальфаго. Идем дальше, и теперь мы на Пласа Эль-Фосар. Тут находится кармелитская обитель. Видим вход в церковь Санта-Мария де Алкой.
а также Кармелитский колледж «Ла Пресентасьон». Отсюда открывается красивый вид на мост Виадукто де Каналехас. Идем обратно к машине и бросаем прощальный взгляд на город Алкой с моста. Надо сказать, Алкой не похож на другие города в округе. Ощущение такое, будто мы были не в Испании, а в каком-то северном городе Скандинавии или даже Прибалтике. Очень приятная прогулка у нас сегодня получилась. Если и вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, поддержите лайком, оставляйте комментарии и пожелания, и до новых встреч, друзья!